AVS Photo Editor. Приветствую вас. Предлагаю вашему вниманию фоторедактор. Редактировать фотографии, улучшайте свои снимки, кадрируйте, корректируйте цвета, увеличивайте резкость, доводите фотографии до совершенства. Редактирование фотографий, поворачивайте, кадрируйте, свободно работайте с цветами, тенями, оттенками, исправление фотографий, устраняйте эффект красных глаз, регулируйте цветовой баланс, яркость, контраст, насыщенность, работа с различными форматами, применение эффектов на русском языке, бесплатная, работает на всех Windows. Нажимаем «Загрузить AVS Photo Editor». Сохраняем. Скачался установщик. Закрываем браузер. Запускаем двумя кликами установщик. Запустить. Русский, окей. Далее. Я принимаю. Далее. 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 Установить. Запустить. Оставляем галочку. Появился ярлык программы. Нажимаем «Завершить». Открывается такое симпатичное окно. Здесь файл, правка, вид, обзор. Здесь обзор. Нажимаем, выбираем наши фотографии. Вот фото, папка. Выделяем. Вот она, правка. И здесь вот красные глаза, ретушь, кисть, кадрирование, угол. Отмена. Предустановки. Оригинал. Старое фото. Сохранить. Черно-белый. Брос. Хотите отменить? Окей. Можно сохранить как предустановку. Баланс белого. Нажимаем предустановки. Она сворачивается. Баланс белого. Температура. Можно регулировать. Здесь можно посмотреть до, после. Брос. Оттенок. Вот после, это оригинал, сброс, сворачиваем, коррекция тона, здесь можно выбирать общий свет, затемнение, насыщенность, сброс, сворачиваем, яркость, контраст. Можно регулировать авто. Сворачиваем. Цветовой баланс. Голубой, красный. Детализация. Размытие 0. Интеллектуальная коррекция, четкость, насыщенность, сброс, виньетки, степень, средняя точка, округлость. Сброс, водяной знак, добавить изображение, обзор. Здесь можно сохранить, сброс. В принципе, все. Вот такой фоторедактор AVS Photo Editor. Пишите отзывы, замечания, пожелания. Вопросы в комментариях под этим видео. Ставьте лайк, если видео вам понравилось, или дизлайк, если видео не понравилось.
подписывайтесь на канал, поделитесь этим видео в социальных сетях. Спасибо вам, всего доброго, удачи, до свидания.